каким боком здесь Евгений Николаевич, скажу прямым. Он автор финской народной музыки, которая украшает этот эпос. Спасибо. Средняя Лапландия страна, да? Такие негромкие холмы под многометровой толщей снега. В маленьком уездном городишке, нет, не в городишке, в деревушке, девушка жила. Красиво слишком, так о ней судачили подружки. А она, тряхнув короткой стрижкой, бегала с ватагою мальчишек, и ветрам открыв свои подмышки, вырастала из своих плохишек. Девушку прозвали Каэскюля, что по-фински значило «Маришка». И в ее родимом Юэскюля все ее любили. Слишком. Старый Тойба, антикайник младший, под карельской сиде под березой, говорил, что нет Маришки краше, утирая трубками свои слезы. Сын его, Лоренцо из Пьяченца, далеко ходил рыбачить в море. Вместе с ним рыбачили и немцы, и тыльгы, и однорукий Боря. Волны в море выли и гудели, и тыльгы с Лоренцо пели оду. Однорукий тоже был при деле, черпаком по черному льву. Как-то раз, метнувши на удачу свой гарпун в районе Читиныцы, услыхал Лоренцо крик гагачий и увидел раненую птицу. Гага била крыльями под ветер, но гарпун вонзился в тело слишком и вскричал Лоренцо: «Тоннер Веттер, тебе дерка, я твой вспышку, но это папа Ундина!» Гага все слабела и слабела, и, упав на плечи и тельвина, от рыданий сотрясалось тело. Ливерийский танкер маршал Громов шел из Порто-Пресо к Армхорсту. И уже почти подплывши к дому, люди увидали белый остров. И туда, друзья мои, печальной песней на волне покачивалась дага. Ворон смерти вился в поднебесье, и гарпун торчал, как древко флага. Машинист лебедки трубочкой Вилли поднял гагу нежно, как ставриду. Доктор автандил Финкелишвили, обработал рану стрептоцидом. Капитаном ветреный, как скалы, Петр Михайлович Зайцев крякнул тихо и сказал: «Крякни, малое досталось. Пусть живет, забыв про злое лихо». И, о чудо, после промедола гага как-то странно так встрепенулась, и как будто не было укола, девушкой прекрасной обернулась. Так вернулась к жизни Каэскюля. Возродилась для тепла и ласки. Кто-то черствый скажет: «Ну и что же? Это, мол, легенда, мифы, сказки?» Нет, друзья. В камчатском пароходстве танкер-маршал Громов уважаю. И его с началом судоходства сотником Чедалов провожаю. А команда до души не чает в озорной буфетчице Маришке. Все ее лелеют, ублажают. Финкелишвили даже слишком трудно. А Лоренцо почернел от горя, многократно проклял все на свете. Запасной гарпун закинул в море и теперь работает в газете. Пишет репортажи и заметки и кричит: «I love you, Ronnie Klein!» Но лишь Федор страхует светки, пух какачи, словно снег, печаль. Спасибо!